Александр, скажите, пожалуйста, по поводу сегодняшней конференции, уровень, там, качество спикеров, может быть, аудитории, что-нибудь? Ну, качество спикеров, на мой взгляд, самое высокое. Я не вижу только, по-моему, Гаврилина, вот Евгений приехал, но нет, не. А так, в общем, все ютубовские гении здесь, и вообще мы ожидали там человек 20-30, а тут приехал 160. Получилась достаточно сильная конференция, я не ожидал, что будет такой сильный состав выступающих, практически все выступающие это лидеры в области онлайн-рынка. Я думал, что сюда просто приедут люди потусоваться, провести время на море, а выяснилось, что очень классные спикеры с очень глубокой экспертизой, и поэтому по уровню контента выступающих. Я думаю, что это одна из сильнейших онлайн-конференций, которая проходит в России. У меня впечатление очень позитивное, на самом деле, потому что бывают такие места, заходишь в какой-нибудь ресторан и видишь, что место намоленное, на самом деле. То же самое здесь, какая-то правильная энергия, видно, что мероприятие не для галочки, очень правильные люди собрались, и я точно могу сказать, что на следующую такую же конференцию я стопудово поеду, ну, в качестве участника, даже просто послушать, потому что, ну, очень классно. Чувствуется, что здесь зарождается что-то такое, что, возможно, повлияет на отрасль в целом. А здесь есть, ну, ощущение реально дружеской тусовки такой вот, что просто люди разговаривают о том, что реально важно, ну, это создает такой искренний разговор. А мероприятие, мне кажется, оно очень крутое, потому что, честно говоря, когда я сюда приезжал, я не думал, что оно будет настолько хорошим. И здесь качественные спикеры, во-первых, а во-вторых, мне понравились те ребята, которые сюда приехали, и для себя я уже несколько таких коммуникаций важных сделал, и мы будем долгосрочно партнериться. Приезжаем, здесь реально много людей, много есть начинающие по разному уровню, и очень крутые спикеры, которые реально имеют результат, они реально делают то, о чем они вещают. Потенциал у всех людей, кто сейчас на конференции, у них тоже такой огромный, хороший. То, что было здесь, оно было там в 10 раз круче, чем то, что бэт в Лондоне там на единицу. То есть по онлайн-образованию, который сейчас здесь был, он вот, ну, не то чтобы реально крутой, но я говорю, это нереально крутой. Мне очень понравилось. И, конечно, я записал там огромное количество в заметках, что я буду делать. То есть это были и очень интересные кейсы про онлайн-образование, и были интересные кейсы вообще про развитие предпринимателей там или бизнеса, кто чем занимается. После конференции поменял представление, чем должен заниматься генеральный директор, на чем он должен сфокусироваться. Вот, и это была конференция про то, как надо делать бизнес, и не только в онлайн-образовании, но и в других сферах. Здесь можно, во-первых, найти партнерство, во-вторых, узнать, что интересного делают другие онлайн-школы, и посмотреть, подсмотреть и использовать это у себя. Вот, наверное, два таких момента. Третий – это мотивационная история, что когда ты видишь успехи других, ты, естественно, ты больше веришь в это, начинаешь это развивать. И я верю, что будущее, онлайн, будущее за онлайн-образование. Безусловно, этот рынок будет развиваться. Это сложно сказать, что он не будет развиваться. Вот это был бы номер. Он будет развиваться, и особенно в России, кстати, за последние буквально там 8-10 лет произошел, на мой взгляд, квантовый скачок вообще в предпринимательстве, в развитии образования. То есть это такие корневые сдвиги произошли. Ну, мне кажется, что вот я здесь, честно, чувствую зарождение большого. Вот есть ощущение, что вот это имеет огромный масштаб. Вот это имеет огромный масштаб. И я бы очень хотел и помочь, и поучаствовать, и поддержать просто в этом. Мне это очень нравится. Собственно, с учетом того, что онлайн-бизнес одна из самых перспективных областей в области развития бизнеса, то ключевыми инструментами являются инструменты, которые помогут тебе повысить уровень и эффективность твоего бизнеса. Одним из таких инструментов, насколько я успел познакомиться, является акселератор онлайн-школ, который делают вот наши друзья, наши партнеры, партнеры школы бизнеса «Синергия». И я практически всем своим клиентам-слушателям, которые хотят делать цифровой бизнес, бизнес в онлайне, или сделать свой бизнес цифровым, я практически всем рекомендую работать через акселератор онлайн-школы, потому что это уже агрегатор всех эффективных инструментов, которые уже есть на рынке. Понимаете, они уже много что попробовали, и в этом смысле, конечно, лучше уже не создавать велосипед заново, а использовать то, что есть. Онлайн-образование будет развиваться, и сама модель обучения в мире, она будет децентрализироваться. То есть, по сути, каждый может сделать школу, каждый может поучиться. Ты не в одном месте учишься, в огромном количестве разных мест, у разных педагогов, хороших, качественных, и быстро ты можешь научиться. Соответственно, ты
как человек, который развивается, он может под свои нужды быстро получать какие-то новые навыки и знания для реализации своих идей и для собственного как получения удовлетворения от своей жизни. На этом поле вырастут реально хорошие, появятся методики, хорошие педагоги, у нас будет больше выбора, и наши люди быстрее смогут, как наши люди, россияне, и не только, быстрее смогут развиваться и адаптироваться под новые... будут адаптироваться под новые реалии 21 век. То есть офлайн с онлайном, он дает максимальный эффект, и надо забирать и онлайн, и офлайн, и не ограничивать себя какой-то одной сферой. Поэтому акселератор для меня сегодня – это та возможность ускорить процесс развития, то есть это ускорение. То есть это ускорение, добиться результата гораздо быстрее, чем ты это сделал бы сам.